В детстве бабушка часто спрашивала меня: «Катюш, что тебе сегодня приготовить?» А я отвечала: «Что картошечки хочется». Напала на меня ностальгия, решила приготовить драники. В мелко натертую картошку добавляем муки, перец, соль и разбиваем яйцо. Туда же отправим укроп и все хорошенько перемешаем. А далее я беру вафельницу, смазываю ее маслом и укладываю наше картофельное тесто. А уже через пару минут у нас получаются очень вкусные и красивые драники.